Сегодня мы порежем лазером сталь СТ-3 и посмотрим, как это будет выглядеть. Меня зовут Виктор, это канал Лазеркат. Погнали! Сталь СТ-3 – это конструкционная углеродистая сталь. Она применяется практически во всех сферах промышленного производства. Маркировка СТ означает сталь углеродистая, обыкновенного качества, а цифра 3 – это порядковый номер марки стали по ГОСТу, всего их там 7, от 0 до 6. Сталь СТ-3 представляет собой сплав железа и углерода. Железо в ней 97%, углерода от 14 до 22%. Остальных лигирующих, то есть улучшающих свойств добавок, минимальное количество. Например, кремний добавляют для того, чтобы повысить упругость и стойкость к окислению при высоких температурах. Будем резать сталь толщиной 1,5 мм на станке Watson 1313E с источником от IPG на 1,5 кВт. И уточним у специалиста по лазерной резке, какие есть нюансы работы с этим материалом. Ну, вообще, на самом деле, черную сталь вот такой толщины резать можно всем. Любым газом, благородным, кислородом, водом. Если мы режем, естественно, на кислороде, то фокус в положительную сторону, если всем остальным, то в отрицательную. И когда меня спрашивают, дай настройки на такую сталь, я обычно говорю, поставь любые. Вот. Ну, на самом деле, настраивается она несложно, и вот единственное, что надо учитывать, что кислород – кислородные сопла, азот – азотные сопла. Самую высокую скорость резки можно добиться на резке воздухом. То есть, если давление высокое, то можно добиться хороших скоростей. Режьте, чем хотите, хоть воздухом. Да. Мы разрезали сталь СТ-3 лазером. И вот что у нас получилось. Меня зовут Виктор, это канал Лазеркат. Пишите в комментариях резку, какого материала на лазерных станках вы хотите увидеть. Частоты и скважности. Опять этот громкий парень, а? А какой? Не разговаривайте с Даней, пожалуйста. Ну, он очень громкий. Петь, скажи ему, а? Да, он забыл. Дань, ты очень громкий. Нет, простите, пожалуйста. Ну, ты переживаешь, да. Ну, ты не переживай. Ну, все получится. Ну, только потихонечку.